Остановить. Ко мне есть. Верно, Леонид Иванов. Я. Ко мне. Есть. Старший следователь, опять хотел поворачивать на резону, отправимся к Савоске. Понимаешь, что это? Значит, в отношении вас, 16 ноября в 11 часов, возможно, уголовное дело по части 2 прим. 1 статьи 32 уголовного кодекса Федерации. Значит, сейчас время у нас 417 минут, вы задержаны. Да, поставить задержанного, без стороны. Домой, произвести задержание! Ваша армия российская, это вторая армия мира? Вторая. Вторая. Первая Украина. Первая Украина, блядь. Ты красавчик просто. Понты с броником и каском, автоматами закінчились, и мы занимаемся стандартной работой пехоты. Михалыч, привет. Томаш. Вот и Русик. Вот такий у нас пехотный стройбат. Ну что, работы будівельні мы уже закінчили. Зараз гастарбайтери будівельники знову перетворюються на воїнів світу. Всі панти, каска, автомати, ріжки, броніки. Все як має бути. Слава Україні!